Итак, я не знаю, насколько меня слышно, и слышно ли меня вообще. Надо проверить, видимо. Раз. Раз. Короче, не знаю, насколько это все годно, но мы начинаем наш великолепный стрим. Вот. Суть, короче, заключается в том, что я хочу пройти босса из первого дополнения. Ну вот. Но он слишком жесткий, ну, на самом деле, потому что это NG плюс 3 вот, и что-то вообще катастрофически тяжело на третьей стадии. Если первые две я более-менее научился проходить, то третья как-то не получается. Вот. Вы меня тут извините, что я очень вяло что-то рассказываю, но я умираю просто нахер. Ну, мы сейчас попытаемся пройти Фриду. Вот, и если не получится с энного раза, то нужно будет пройти игру до того момента, где можно будет качаться. Ну вот первая стадия, кстати, легкая, потому что она станлочится всякими ударами обычными. Ну вот, и все ее вот эти вот довольно предсказуемые. Хотя, конечно, к сожалению, я пропускаю много ударов. Ну, немного, но... Ну вот такие ошибки. Это не очень. Ой-ой. Вот нельзя здесь тратить много хилок. Ну, потому что потом совсем жопа будет. Ну, катсцену не пропускаю, потому что она прям вот слишком крутая, на самом деле. Серьезно, я готов отдаться композитору. Человек просто...
композитор с большой буквы К. Написать такие саунды, это, конечно, надо уметь. Просто как человек, который чуть-чуть разбирается в том, это все делается, я понимаю, что это нереально круто. Нереально круто, нереально круто. Давай, вылили меня свое говно, как обычно. Ну-ка, мне... Отвали! А, я сейчас заморожусь. Сейчас заморожусь. Что еще, ёбан? Ну, вообще кошмар. Так и норовит. Чё я не сделал вообще? Я ему на добрую девушку привел. А он злится на меня вообще. Сейчас как ёбнет, я прям вот гарантирую. Бля, ёбнул нахуй. Нет! О, я жив. Удивительно, но я жив. Довольно приятно, на самом деле, приятное впечатление, когда тебя колотят по башке огромным чаном этим. Он сейчас делает удар, развернет от тебя. Нужно сваливать. Ну, вот это, да, он делает. Вот сейчас ёбнем просто, блядь, вот так вот, да. Это ваншот моментальный. Удивительно, что я не в фитнесе. Это сам я удивительно. Фростбитом, фростбутом. Все, жопа у меня, да? Каким-то образом я до сих пор живу. Хотя я потратил уже слишком много хилок, конечно. Это уже камон. Раз, два. Не, ну я в атаку. Все. Блять. Отличный получился бой. Отличный. Ой, блять. Кошмар. Интересно, почему та фигня, которая делает мое оружие огненное, называется charcoal by резин. Или резин, не знаю. Нет, еще не так, это-то понятно. То есть, как бы можно привести аналогию, что уголь мы сжигаем, мы получаем там огонь, и вот оно. Ну вот, но почему... Ну почему смолу, которая наносит молнии, называется gold pile resin, или резин, я понять просто отказываюсь. Ну, золото, конечно, хороший проводник электричества, насколько я понимаю. А может, нет. Это нужно ученых-физиков спрашивать. Но все равно, что на связи нету вообще. А, испарилась девочка. Что ж такое-то вообще? Вот этот удар капец больный, на самом деле. Ну, он
У нас интеллектуальный стрим, конечно же, вот, пропустим это. Надеюсь, что сейчас меня будут бить не так сильно. Опа. Нет, правда, человеку, который... сейчас заморозил. Мне очень интересно, как придумал человек концепт для этого боя. Да как? Как? Почему меня? Что меня убило? Моментально. Короче, блин, ну ладно, хочу еще чуть-чуть погреться. Просто жопа. Пусть меня убивает сколько хочет. Вот это is the place of belonging. Я вот думаю, что я бы очень хотел разрабатывать Dark Souls, участвовать в разработке этой игры, потому что это круто, когда ты тебя спрашивают, а чем ты зарабатываешь на жизнь? И ты показываешь вот этот шедевр. Говоришь, да, я его сделал с командой. Можете поиграть. И твои друзья играют по твоему совету, ну, типа, хотят заценить. И понимают, что ты сделал конфетку. Вылизанную годами. Правда, я не прохожу этого босса. Просто потому, что руки кривые. Успел. Да, что ж такое пропустил, да. Все. Так, ну погнать. Перебрал вес на кальпиина. Дима, ты пидор. Денчик, ты пидор. Ай, господи. Ну вот, короче, не пройти мне его пока что. Все сталкиваю на левел. Левел маленький. Ну, кстати, он на самом деле маленький, потому что... При первом прохождении у меня в НГ 3+ был левел 180. Ну и было тяжеловато. А здесь у меня вроде 120 с чем-то. Вот. Но здесь есть место, где можно хорошо пофармить, но до него нужно дойти чуть-чуть. Вот такие дела.
Ну, собственно, сейчас и направляемся туда заодно. Заодно разобравшись со всеми боссами. Для какого-то разнообразия. Сейчас у нас будет танцовщица Холодной долины. Из ее души, кстати, можно сделать такие же мечи, как у нее. Что довольно... Ну, хватит меня тыкать. Ну, правда, выглядит же просто божественно. Она хотела меня схватить и проткнуть так, что мало не покажется. Сейчас будет смертельная комбо просто. Я гарантирую, что если попаду, то все, это жопа. Сейчас он сгорит, да? Жопа мне! Нет, нет, нет! Прикольно, ни разу не за такого удара. Интересно. Ой, больно. Вот на самом деле забавный факт, что ты можешь очень сильно раскачиваться по ходу игры, и тогда, соответственно, тебя будут, некоторые боссы будут слабыми. Это, кстати, было очень обидно. То есть, например, когда ты подходишь, приходишь первый раз при своем прохождении к танцовщице, то очень велика вероятность, что ты будешь раскачан настолько, что сможешь ее убить, не особо запариваясь. Ну, то есть, там ударов 10 по ней можно будет нанести. Ну, потому что у нее мало хп довольно. Ну вот, и к этому времени у тебя большая защита и так далее. Ну вот. Ну и так получается, что всегда, серьезно, вот эта танцовщица, она нереально крутой босс, серьезно, нереально крутой, мне очень нравится. Ну вот, ее этот стиль ведения боя такое, когда ты на самом деле танцуешь. Да. Стример из меня не важен, я понимаю. Ну вот. Так я к чему веду, что вот именно на третьем прохождении раскрывается на самом деле потенциал босса. То есть именно при третьем прохождении каждый из них начинает вызывать сложности, на самом деле сложности. Это было больно. Сейчас будет такое комбо шикарное. Просто мясорубка. Да ладно, я может ткнуть? О, первый раз такое вижу. Круто. Это было круто. Да что? Да можно меня тыкать? Ой. Опять это комбо, да?
Ну, чтобы мой стрим не получился совсем как удал уже. Да что ж такое-то, а? Вот, чтобы мой стрим не был совсем уже даунским, скажу, что сумма всех чисел натуральных минус 1/12. Вот. Готов доказать. Готов доказать. Этот факт, кстати, используется при доказательстве эффекта Казимира. Эффект Казимира — это эффект из квантовой механики. Заключается в том, что... Ой, господи, кому я рассказываю? Я лежу один дома, и меня никто не смотрит. Ну, в общем, это прикольная штука. Ну вот, если провести аналогию с... Да хорош, меня тыкать. Если провести аналогию с реальным миром, то вот представьте себе два корабля, которые плывут, плывут по одному направлению на расстоянии 20 метров. Вот. Ветра нету, но зато есть сильное течение. Ну вот, и если они плывут синхронно, с одинаковой скоростью, то получается, что слева от первого корабля и справа от второго корабля течение есть, а между ними течения нет. Ну вот, и из-за этой разницы их начинает... Из-за этой разницы их начинает, соответственно, вести друг к другу, и они сталкиваются... Сталкиваюсь с точкой. Ой-о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 й. Ну как это можно не любить? Честно, я жив? Нет. Вот такие вот дела. Хочу заказать суши сегодня. Раньше я всегда ходил в KFC и заказывал себе баскет. Я говорю, мой стрим потрясает количеством интересной и нужной информации. Потрясает хорошей игрой Александра. Все, все присутствует. Все, за что мы любим стримы, все присутствует. Ну, на самом деле, обидно. Было бы круто, если бы этот удар просто ваншотил нахер. Не важно, сколько у тебя ХП. Вообще ничего не важно в этой жизни. Если тебя протыкают, то типа все. Вылезайся. Рукой плашмя бьет просто. Это был бы болючий удар. Нет. Это был удар в генерала Гриуса, если вы понимаете, что я. Да не может быть. Что за магия? Интересно, ну вообще слышно ли это? Потолок, блядь.
я к чему веду, что, что вот именно на третьем прохождении раскрывается на самом деле потенциал мозга. Внезапно я обнаружил, что все записывается. Все хорошо. Еще обнаружил, что у меня дичайший херовый голос сейчас. Да и вообще, конечно. Не знаю, что с ним делать. Но мое желание покушать суши сильно выросло. За тот период, когда я... Да хорош меня тыкать уже. За тот период, когда я подошел к компу. Отрубить, что, что взять? Ну ладно, сейчас мне точно нужно ее убить, потому что дальше, на самом деле, она ж несложно будет. Фига. Она меня вот этим убивала всегда. Или вот этим. Ну чем ты убивала? Не-не-не-не-не-не, отвали, отвали. Кошмар! Кошмар! Я что-то устал говорить. Опа, немного неловко помолчаю. Возможно, это вызовет у вас приступ смеха. Ну, знаю людей, которые вызывают. Вот, но, скорее всего, он будет просто не убьет. Потрясающий удар, просто потрясающий. Откуда эти удары? Почему никогда раньше не видел? Сейчас будет плохо. Чувствую, плохо будет. Нереально.
прикольная комбо. Просто капец. Левел. Повышается вообще. Лол, защита реально не повышается нигде. Это странно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Уровень максимум, буквально. Ух ты, у меня левел 140 уже. Я потихоньку наверстываю. Да ладно, сколько у меня душ-то? Можно купить. А, если получится купить. Ой, батюшки. Ну чё предложишь старушку? Интересненького. Уголь ты мне точно не предложишь. Куплю-ка я муха. Ого, сколько мухов. Пэп-паудер. Фаербомб. 607? Серьезно? Рил? Что, я куплю 30 бомб. Просунуться, конечно. Ладненько. Ладненько. Не слушайте меня, пожалуйста. Если вы не слушаете, просто выключите. Все, мне немного стыдно. Самая лучшая катсцена, типа, падает лестница. Мне очень нравится. Так нравится, что смотрел бы, смотрел бы.
Чего злые? А я бегу такая вся. И там голая стенка невидимая идет. Не помню, что там лежит, правда, но она была там. Кто-то смотрит, кто-то написал комментарий. У меня высветилось, что оставили комментарий, но я не могу вставить. Потому что вчера я набухался в полное говно. И сейчас просто лежу. Да что ж меня все бьют? Даже эта бабка, она только хилит. Она все равно бьет. Сейчас откроем шорткатик. Ну и ладно, я посмотрю, что это. О, здрасте, здрасте. Федя, привет. Федя, прив. Я даже телефон возьму. Чтобы я мог смотреть. Сейчас, одну секунду. Вообще, Федя, у меня интеллектуальный стрим тут. Я рассказываю многие интересные вещи. Многие интересные, отлично сказал. Поднимаем уровень культурности стрима. На русском YouTube. Сильную ношу. Блин, жрать хочется. Извините, кушать. Очень хочется покушать. Вкусные суши. Я чего говорил про интеллектуальный стрим? Сумму всех чисел минус 1/12. И люди такие, ё-моё, это как так? Ты не доказываешь, на бумажке пишешь все. Они такие говорят, где-то ошибка. Ну вот. Ну что ты им говоришь? Ну, смотрите. Чему равен ряд? 1 плюс 1 минус 1. Единички. Тогда
начинается, во-первых, говно. И один плюс два плюс Чем реально? Это бред. Или почему это не бред? Потому что это там вот такой бред. Получается, типа, средний из различных точек зрения. Вот. Физик, что написано? Может, не физик? Если ничего с Аней, меня вообще не разобрать из-за музона. Ну и ладно. Я все равно какую-то херню несу. Съебется еще. Съебался. Да, это и тут архивы тоже. Кстати, сейчас я сделаю как-нибудь. А, ладно, никак не сделаю. Ой, буду вставать. Здесь есть очень прикольная есть отсылочка к первой части. Ты когда. Здесь есть момент, когда ты падаешь глубоко-глубоко в жопу. Просто вот реально со скалы ты падаешь очень-очень вниз. Ну вот, и прилетаешь сквозь здание, типа, ты на его стеклянную крышу так приземляешься, прилетаешь сквозь нее, разбивая ее. Вот, и когда ты прилетаешь, когда ты летишь вниз, ты прилетаешь архивы из первой части Dark Souls, и это очень мило, по-моему. Вот такие дела. Эти руки, если что, проклинают тебя нахер.
Ладненько, мы сейчас повысим левел. Чё? А. Ну вот, я попробую опять Фрида убить. Там вообще жопа, там без шансов, ну серьезно. Вот. Ну не получается ее убить. Так, погнали. Ариэндель Чапл. Чапи? Сытный мясной обед. Блин, я где-то ногу себе расхерачил, прям конкретно так. Наступать больно из-за этого пальца. Я забыл левел лапнуть. Вообще без понятия, что мне делать-то. Ну, ладно, знаю, что делать. Нужно душу съесть. Вот эту. Все, мы идем за боссом. Ну бомбит, вот честно, мы бомбит, потому что хочется пройти его. Но не получается. Ну хотя там ей оставалось. Ну как бы. Иногда кажется, что все, нереально пройти. Ну, типа, даже шансов нет. А иногда кажется, что вот чуть-чуть не хватает. Frost Resistance увеличиваем себе. Господи, у меня царские кольца, просто царские кольца. Эта штука восстанавливает 15 стамины в секунду. Просто дохера, на самом деле. Это кольцо, которое тоже очень-очень крутое. Prisoner's Chain. Prisoner's Chain, это, считай, 15 уровней тебе дали. Просто 15 уровней. Приятно, когда я захочу тебе дарить, но такое нет, ты сама пойдешь по пути. Мы сейчас оба привычку получили, как в дитя шпионов. Ладно, какие есть шпионы, он был такой вариант во второй части, когда Григорий Кортес решил разобраться с Донаганом. И они друг друга пнули по жопу, и оба упали.
неплохо затащил. Так. Даже сейчас не встану, потому что как-то прям... Чантики. Вот, и закажу себе поесть, потому что жрать нереально хочу.